и Россия делает все, что от нас зависит, чтобы конфликт был на Южном Кавказе завершен как можно быстрее, чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга и, к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок, используют против себя, против друга оружие для достижения тех целей, которые, по нашему глубокому убеждению, можно было достичь в ходе мирного переговорного процесса. Во всяком случае, мы в контакте и с Арменией, и с Азербайджаном. Надеюсь, что нам удастся добиться результата, о котором и вы сами сказали, причем на такой основе, которая бы устраивала всех людей, проживающих в регионе, и причем добиться этого мирными средствами.